Киеве митингующие пытаются штурмом взять здание главного офиса государственной пограничной службы на улице Золотовородская. В целом около сотни, которые называют себя активистами Майдана, преимущественно одетые в камуфляжную форму, пикетируют здание. Они обвиняют руководство ведомства в коррупции и неспособности организовать охрану государственной границы на востоке страны. К ним вышел заместитель председателя госпогранслужбы и пытался что-то объяснить, вступить в разговор, однако митингующие стали кричать «Ганьба!». И после этого попытались попасть внутрь помещения. После этого охрана здания начала поливать особо активных водой из пожарного бронзбойта. Митингующие продолжают находиться непосредственно у входа в здание и скандировать «Литвина в отставку». Николай Литвин, председатель госпогранслужбы Украины.